Не сабитесь больше, теперь только донат. Вот, потому что деньги с твича я вывести тебе не смогу. Вот, так что теперь только донат. И у нас поменялись условия ретро-заказов. Если ты заказывал что-то, то вот теперь 200 рублей заказ игры. Но для тебя все еще 150, потому что ты еще саб. Мы сделаем как бы исключительно такие для тех, кто еще саб. Вот, но в будущем будет просто 200. Типа, неважно, саб вы или нет. Вот, но пока, типа, если хочешь, заказывай игру. До конца может у нас ретро. Но главное не сабитесь больше, да. Теперь только... Теперь только донат. Так что так вот. Подожди, а что это за... Подождите, я чуть не въехал. А что-то он никто не допрыгнет у меня. А, во. То есть все-таки он этой хуйней дальше прыгает, да? Ну окей. Сука, ничего себе, что делается. Ай! Скажите. Да, блядь, чел. Чуваки, хорош уже, бля. Вы что, ебанулись, что ли? Сука. А, вот, можно ломаться. Можно ломаться. Вот. Так. Надеюсь, сегодня будут люди. Ретро у нас все-таки в первую очередь для людей. Вот. А, мы можем вниз стрелять. Лол. Сейчас нам облегчает жизнь. Надеюсь, будут люди, которым интересен. Заяц, марсианин. Вчера был неудачный ретро-стрим, поэтому сегодня мы... Ну, я стараюсь компенсировать. Стараюсь компенсировать, так сказать. Сука, тварь. Рад, что у всех все хорошо, учитывая обстоятельства, так сказать, это здорово. Учитывая все обстоятельства, это даже хорошо. Безудержный творится пиздец. То есть сначала у нас корона, теперь у нас война, и теперь просто физически невозможно. Предположишь, что же будет дальше. Бля, я передумал. Так что да. Ну я ж бля, ну я попал, ну че за нахуй. Ага.
То есть это вот так, да? Угу. Заяц плавать не умеет. Интересно, заяц умеет плавать? Мне что-то подсказывает, что да. Но это не точно. Да, заяц. Блядь, представляете, он умудрился утонуть в месте, где ну, фактически не мог утонуть. Ну то есть тут утонуть это надо, блядь, постараться. Думслэр, здорово. Здорово, здорово всем, да. Слушайте, столько народ прям приходить стало опять. Про Никитоса что-то все вспомнили, прям так здорово. Это Elden Ring всех заебал, и люди приходят на все что угодно, лишь бы не Elden Ring. Понимаю, понимаю. Понимаю. Мне даже кажется, многие уже Геншин готовы смотреть, лишь бы не Elden Ring. Well. Не, ну так ничего. Я прыгнул. Что за дамаг? Что за дамаг? Встаньте. Встаньте от меня. Так, и чё? Нихуя, он ваншотит им. Чел, ты, блядь, нормально? Чувак. Я нихуя не въезжаю, что мне делать надо. Слушайте, а что сделать надо? А, ну ладно, окей, перемяс. Так, на все включила картинку, видос, все. Не, ну нормально. О-е, классно. Ботов предлагают крутить. Да, вот сейчас как раз, кстати, самое лучшее время для того, чтобы крутить ботов. Да, самое такое заебатое время. Вообще прям... Классное время, да. Развивать Twitch сейчас, которого вынести деньги будет невозможно, это очень умное решение. И это действительно хорошее решение. Как у тебя, Думслэр, дела-то вообще? Чё, как вообще? Рассказывай, чё у тебя, почём вообще? Давно тебя не было тоже. Как вообще у тебя там справляешься вот это всё со всем тем пиздецом, что проходит? Денчик, здорово. Ну, Денчик уже приходит на обычные игры. Знаешь, только на Геншин приходил, теперь видите, на обычные игры приходит. Молодец, Денчик. Жизнь-то потихонечку, сегодня как вчера, постримим ретро, потом пойдем в Геншин. Сегодня любимая многими игра, культовая, Bakugo Hair. Ну, надеюсь, те, кто ее любит, смогут прийти. Там у кого работа, институт, универ. Надеюсь, что смогут. Бля, серьезно? Не прыгнул, засранец. Зеленопадлое чмо. Не застал старенькие игры, к сожалению, мало знаю их культовых того времени.
Ну, вы молодые с Рэмбо, да, блядь. Это нормально. Ну, а стримы самые разные игры, поэтому каждый найдет для себя что-то по интересам здесь. Было бы желание. Не у всех оно есть. Это знаешь, как мобильные игры. Мобильные игры, они бывают хорошие, надо просто найти. Но не все хотят тратить время и искать. А зря. Бывают действительно хорошие мобильные игры. Также индюшатина бывает иногда хорошая. Прыгнет. Ну, прыгнул, молодец. Шикарная игра, конечно. Очень хорошая, известная, популярная. Интересно, как наверх попасть. Понял. Бля, не допрыгивает, сволочь. Мистер Заяц. Блять. Ты должен допрыгнуть, чел. Сука, не допрыгивает. А может он просто возьмет? Я понял. Обманочка. Не играешь? Не, ну это дело вкуса. Я тоже не помню этой игры, но у меня ни у друзей, конечно, не было такого. Да, игра хорошая. Это одна из таких культовых. У нас она была, правда, пиратская, из-за чего заяц убивался с одного касания врага. Вот как лава меня сейчас угандошила, вот так убивал тебя любой враг в этой игре. И, блядь, я сюда не вариант вставать. Вот. То есть тут у нас даже так, да? Бля, лава это опасно. Ой, монетку не собрал. Блять. Слушайте, нихуя себе. Так, ладно. Давайте отмотаем как следует. Сохранимся, потому что тут ебаный ад творится. Блять. Ёбаный в рот, заяц, беги! Беги, заяц! Понятно. Беги! Зайца домогать пытаются. Блять. Вот это же нереально вообще, блять. Пиздец. Беги! Жесть, какая жесть. Блин, а это было бы сложно без сейвов пройти. Серьезно? Я думал, лава не будет меня надписесть, видимо, да? Ай. Бля, серьезно? Блять, ну чел, ну. Да, прикольная игра. Кажется, я понял, почему у меня никого не было. Кажется, хардкорище. Ну, она достаточно сложная, да. А у нас была еще более сложная версия, хакнутая, поэтому да. Мало кому она была интересна. Тут еще несколько персонажей, причем потом будет. Тут можно переключаться будет. Тут прям вообще все серьезно. Бля. Бля. Блять. Ну здесь, да, спешить нельзя. Нельзя, короче, подпадать на уплывающий блок. Надо падать исключительно на прибывающий.
Иначе все, жопа. Прыгнуть невозможно с убывающего. Инерция. Бля, ну вот. Твою ма... Не, ну, бля, ну, ну, ребята, ну, ёбаный в рот, ну, запрыгни ты, господи, ну... Не, это жопа, это, короче, нереально действительно сделать, к сожалению. Только на прибывающий можно запрыгнуть. Значит, потом жопа. Бля, какая кривая физика, пиздец. Бля, ну не надо меня дамажить, ёб твою мать! Чмо! Твою мать, а? Есть люди, которые проходят эту игру без смертей. Ну, без абуза сейвов. Вот так вот. Задроты-то какие бывают. А, блядь. Вверх, а не вниз. А, я понял. Так, и чё? Твою мать, как же сложно, пиздец. Надо попробовать монетку. Это пауэр, она, правда, не нужна уже. Бля, он застревает потом башкой. Ну, нормально. Чё? А. Чё, блядь? А, мы вообще на нём стоять можем. Чё? Блядь, ребята, вы ебанутые. Ребята, вы ебанутые. Я не понимаю, что... Короче, ясно, надо запрыгнуть наверх и сидеть там. Пока не падет следующий камень. Чё нахуй? Бля, ребята, вы совсем ёбнутые? Или чё нахуй? Я не понимаю. Пиздец, тут чё делается? Ёбаный в рот. Кошмар. Твою же ж мать-то, господи боже мой. Не, как люди это проходили, я вообще не представляю. Это жесть, конечно, просто сатанисты делали нахуй. Это наизусть надо выдрочить. Ну хотя, когда у тебя в детстве всего один карик. Пульки еще остается. Пробуем перемят пока убить. Чё нахуй? Чё на... А! Ёбаные мудаки, блядь. Как же хочется ебало разбить людям, которые это делали, а? Бля, ну ёб вашу мать, ну откуда я знал, что он так будет делать-то сейчас? А, ну нормально, легкий босс. Я думал, у него жизни примерно в 5 больше. Да, ну тут опять же, видите, на запоминание. То есть надо знать, что этот козел будет кататься, и надо успеть его перепрыгнуть на повышенном пауэре.
Мы скоро начнем уже освобождать друзей и сможем за них играть. Но я не знаю, когда. Пароль есть, еще посмотрим потом в интернете. Блять, Blue Planet, скорее всего, скользить будем. Ебаный в рот, только скольжения мне, блять, не хватало. Да, этот мудила скользит, блять. Ебаный карась. Пиздец. Ну это пиздос, это пиздос. Это все, это хана, блять. Если снежком посыпано, то еще более-менее нормально. Нет, не нормально. Не понял. И че нахуй? Я не понял, а чё мне делать-то? Здесь этот персонаж не может здесь играть, что ли? Нужен другой обязательно? Это, бля, как я теперь должен пароль вводить, что ли, или чё? Походу, этот персонаж тут не может играть. Бля, ну значит, убиваем заново этого гандона и идем в другое место. Надо сохраняться на главном экране, короче, было, ну ладно. Порой мне лень вспоминать. Всем привет, кто подходит, не стесняйтесь пишите в чатик. В принципе, сегодня стрим для вас. Вряд ли я стримил в основном для людей. Потому что в Геншине все равно делать нет еще столько времени, поэтому надо постримить. Надо, короче, два сейва делать. Один на этапе, другой глобальный. Потому что тут, видите, какая хуйня с планетами непонятная. Тут... То ли мы должны были уже освободить друга какого-то, то ли еще что. Сохранимся туда отдельно. Так, ну давайте тогда на желтую планету идем. Так, мы не можем от... мы уже можем менять персонажа. Ёбаный ты в рот. Вот оно чё нахуй. А чё он делает? Бессмертие, что ли? Ну и чё? То есть нам надо было прокачивать пауэр вот этим персонажем, когда уже у нас Бакио Херб. Я думал, нам уведомят о том, что у нас новый герой, а у нас... Но а можно в меня не залетать и в меня прям вот так вот, ну причем жизнь одинаковая у всех. Все пауэры, короче, надо подбирать этим пацаном. Наверное. Хватит, пожалуйста, летать! И может запрыгнуть? Бля, ну ребята, ну ёб вашу мать, ну вы чё, издеваетесь, что ли, нахуй, надо мною, блядь?
Я нахуя вас всех убивал? Пиздец. А, он не может наверх стрелять. Вот пауэр. Блять, её надо как-то взять. Блять, ну не им же. Я не знаю, что у него за суперспособность. А мы можем по ним прыгать? Хотя вообще он не может. Ну нам в жизни не сильно нужно. Ох ты ебать мой хуй, что делается? Охереть. Охуенно, так как. А, мы можем еще с экрана съезжать. Вообще. А, тут стоит. Жизнь. Господи, боже мой, что делается? Вообще ебануться просто. Пиздец. Бля, если бы они хотя бы не стреляли. По Марсу прыгать можно? А-а-а. Чё, блядь? Чел. А, по камням. По камням нам теперь прыгать надо. Ебаный бро, пиздец, какой ужас. Здрасте, здрасте. Да, новые зрители, кто заходит. Так, Need for Speed. Здрасте, здрасте. Так, ну, наверное, вот на этом я рискну предположить. Мы играем с... Сейвами сразу предупреждаю. Блять, да что ж такое-то? Потому что мне психу жалко. Я слишком старый для этих игр. Так. Блять, а можно мне вот так, да? Вот так, отлично. Где же я настроить наверх? Очень разнообразная, прикольная игра, но сложная пиздец. Просто пиздец какая сложная. Ну давай, давай, кто-нибудь куда-нибудь меня уже. А, вот на эту надо. Давайте, чтобы не ждать. Жесть, ну прикольно, но сложно ебануться. Там игра, которая сломала мне психу. Да, мало того, что с сейвами, так еще и с бесконечным здоровьем. Не, у меня не бесконечное здоровье. Я отматываю время просто. Здесь кроме сейвов, ну, здесь, кроме перемотки времени, ничего больше нет. То есть это не совсем сейвы, это перемотка времени. Ну, это, в принципе, то же самое, стоит и какая. А, ну да, окей, я должен был догадаться, да, да, не догадался. У меня мозг сейчас выкипит, блядь. Жесть, что делается, конечно. В глазах рябит уже, блядь. Ну я же, блядь, ну, чел, ну, пожалуйста, прыгни, ну я же нажимаю кнопку-то, ёб твою мать. Да, эта игра, конечно, очень суровая. Бля, ну серьезно, ну, его еще сносить начинает инерцией.
Ну, она очень прикольная, разнообразная, конечно. Твою мать! Вот что делается, а? Пиздец. Пипец, конечно, просто. Блять, да что ж ты, сука, делал? Господи, какой ужас. Это все надо запоминать наизусть, блять. Просто наизусть. Твою мать! Охренеть! Жесть! Сейчас немножко, блядь, у меня глаза. У меня в детстве был рассказ, там ростного удара. Да, да, я знаю, что в детстве у людей были пиратские картриджи. Даже как бессмертный этот самый Шреддер в черепашках. Недавно, кстати, этих черепашек проходили. Балдежно было. Не знаю, откуда ты у нас, это, свеча просто или что вообще, как, откуда ты у нас? У нас редкие очень новые зрители. Даже интересно, откуда ты. Просто печу бродил, ходил. Вот. А, прикольно. Ну здорово. Иди, надо новый зритель. Ну, если тебе понравится, подписывайся. Но я как бы не ретро-стример, как ты уже заметил. Я стримлю все подряд. И ретро-стримлю с читами, потому что у нас это больше развлекательный контент. Я знакомлю современных людей, которые ретро не знают. Были вот такие игры. Это больше экскурс в историю, нежели... Ну, то есть я не Кулхарт и не Беноч, который стримит только ретро и иногда какую-то современную. Я стримлю все подряд, вообще все подряд, блядь. Поэтому у меня так мало людей. 5 лет уже почти стримлю, но людей нихуя нет, потому что, во-первых, я токсичная мразь. Это важно, да, помнить. А во-вторых, стримлю все подряд, у меня скоро закончатся батарейки в джойстике, придется менять. Ну, ладно. Так, ну что? Ну пока, короче, ломаем эту хуидрыгу. А, все, сломали хуидрыгу. Так, а вот теперь думаем, как нам. Ну да, теперь эту хуидрыгу. А, не, ну все, за зайца будем убивать, потому что. Че нахуй, ты охерел? Сука, ты охуел? Твою мать, ты че, ебанутый, что ли? Сука, успокойся, блять! Твою мать, он ебанутый. А как мне, блядь, его убивать-то? Он вообще не останавливается. То есть, получается, 2 выстрела, и потом уходим. Да? Получается так. 1, 2, 3, 4. А, то есть мы тоже сломали. А, еще ебал ему, что ли, надо ломать? А, по глазам. Понял. Блять, я забыл. Я отвлекся. Ух, пиздец. Как я его в детстве убил с одним ксами. Да, это, ну, задрачивать наизусть. Каждое действие, каждый паттерн. Мы в детстве так и проходили. У меня же в детстве тоже была Sega. Я все прекрасно знаю, все эти сложные игры. Червяка Джима первого. Я же проходил первого Червяка Джима. А он, блять, тоже очень сложный, пиздец. Ну, что поделаешь. Учим, учим каждый этап, каждое действие. Так, сохранили сюда, сохранили сюда. Ну все, у нас больше планет нет, теперь только сюда. Будем надеяться, что мы найдем сейчас способ топить блоки, потому что я нихуя не понимаю, что с ними делать. Battletoads, конечно, да, гораздо, конечно. Я Battletoads даже сейвами пройти не смог. Я недавно пытался американку, японку проходил, американку, блядь, даже не смог сейвами пройти. А, вот оно чё. Вот кто умеет ломать блоки.
Слушай, а чё вот у этого обилка... У нас новый персонаж появился. А чем фишка этого персонажа? Чё нахуй? Вот фишка вот этого мне непонятно. Чё вот у него за суперпауэр? Он бессмертный, что ли, становится? Наверное, бессмертный. Этот козёл летать начинает. Кто по стенам ползает? Вот этот козёл? А, или вот этот теперь может ползать по стенам? Ёбан, я в жизни бы не догадался, пиздец. Ну, это просто джетпак, но вряд ли нам джетпак не пригодится. А у пацана я что-то так и не понял, что у пацана за сила. Просто лазер, что ли, заряжает? Лазер становится сильнее или что, блядь? Ну, пауэр качай на всех, да, но видишь, тут не всегда они есть. Давайте здесь поищем, может, здесь пауэр где-нибудь есть. Есть лайф. А! Блять, это я зря сделал. Не получилось найти пауэр. Бля, ну куда ж ты? Бля, надо было сделать, чтобы этот козел, я уж не знаю, что это за козел, пингвин или что это, блять. Чтобы он, короче, нахуй не это самое... Не скользил. Твою мать. Чел, иди нахуй, а? Тварина ебаная. О, пауэр. А, на ебальник нельзя, да? Мне нравится ему, когда он по ебальнику ходит. Чел, иди нахуй, серьезно, блядь, чел! Нахуй иди, а? А, прыгай сюда, что ли? Ёб твою мать. Ой, мы что-то, наверное, зря это сделали. Мы теперь не допрыгнем, да? Надо, короче, до того, как он сюда приходит. Потому что иначе мы не допрыгнем. Давайте отматывать. Дорашим. Блять. Господи, какой ебучий ужас, блять, а? Не, ну это пиздец, это не играбельно, блядь. Чё нахуй? Иди в жопу, уёбок, блядь! Тварь говна ебаная, пошёл нахуй! Сука, они охуевшие, что ли, совсем, блядь, игры делают. Пиздец! Блядь, ну это пиздец, это не играбельно, блядь! Вы чё, ебанутые, что ли, совсем, блядь, а? Пиздос! Просто ебануться, что делается вообще? Сука, ты прыгать будешь? Нет, мудила. Блять, какой мудак это делал, а? Твою мать! Блять, да пожалуйста, ну прыгни, блять, ну по... Не, я не могу, я сейчас дропну это дерьмо. Это, бля, неиграбельная игра. Просто неиграбельная нахуй игра. Это, блядь, неиграбельно просто. Это совершенно, блядь, неиграбельно вообще. Может, какой-то козел не скользит здесь? Нет, все скользят. Пиздец. Какая кривая хуйня. Да ёб вашу мать! Бля, я ебало сломал бы человеку, который делал эту игру. Просто ебало разбил бы арматуры, блядь. Сука, это какой-то ужас, блядь. Просто ебаный какой-то кошмар, нахуй. Суки, садисты, блядь. Что мне делать надо?
Ну, будем, наверное, просто выживать. Мне ломают, блядь, остров нахуй. Давайте сохранимся. Мне надо... Что делать-то, блядь? Мне сейчас все нахуй сломают, и на чем я стоять буду? А, понятно. Злая логика. Ну, пиздец, неудобно. Так. Я не понимаю. Подождите. Чё нахуй? Я... Блять, я не понимаю, что мне делать? Вы чё, ебанутые, что ли, нахуй? А я не смогу это пройти, я не понимаю, что мне делать. Я все это дропаем сейчас. Я не понимаю, что мне делать. Что происходит вообще, блядь? И чё нахуй? А я не знаю, что мне делать. Я не понимаю, что мне делать. Давай подсказывай, но я просто вообще не понимаю, что происходит. Я даже, может, какая-то обилка есть, я не знаю. А, подождите, а почему? А чё за нахуй, почему? А я не понимаю. А что, почему сломалось? Я нихуя не понимаю. Нихера не понял, вообще нихера не понял. Колючкой разбивается пол. Так, а при чем тут колючка? Там не было никаких колючек, я просто стрелял по льду. Это очень странная хуйня какая-то, я ни хера не понял сейчас. Бейся. Там сохранимся. А жабы некоторые кидали колючки, да? Я думал, обилки какой-то у меня нет, или типа, ну, в смысле, какого-то надо пацана включить правильного там, или еще что-то. Что это вообще за хуйта? Что это, блядь, за существо? Ну, на ебальнике два каких-то кругленьких, непонятно чего. Что это, блядь, вообще за... Это пацан, это заяц, это утка. Ну, утконос, точнее, даже, наверное, да? А это что за существо, блядь? Пиздец. Ну, давайте пробовать. Первый раз себя перемяс. Перемяс не получилось. Второй раз я тоже не получил. Придется микрить. Нихуя не понимаю. Так.
Бля, я не понимаю, что с тобой после этого происходит. Он застрял в текстуре. Блять. Пиздец у него жизни. Пиздец. Жесть, он еще в текстурах застревает. Если он в тебя вкладывает платформу, ты застреваешь нахуй. Жесть вообще, конечно, очень жестокая игра. Бля, ледяной уровень был просто адищем, нахуй. Просто ебучим адищем. Кошмар просто. Так, мы собрали обратно свою команду. Включил твой стрим с Raspberry Pi. Прикиньте, тянет Twitch, я в шоке. Ну почему нет? Raspberry достаточно мощный процессор. Там довольно-таки неплохо все. Ну на чем мои стримы только не смотрят? Кто-то на телефонах, кто-то на телевизорах, кто-то на PlayStation, кто-то на Xbox, я помню, смотрел. Мои стримы смотрят на всем подряд. Так, у нас забрали все, кроме вот этого существа. Понятно, короче, за него проще играть. У нас, кстати, полностью накопленная. Блять, я хочу из принципа попасть. Так, пауэр у кого еще не, бля, у пауэр уже у всех скачал. Ой-ё. Ну так получается, на пауэр не нужен тогда? Ну, чё-то как-то такой себе джетпак у него, мягко говоря, такой себе. Эй, алло, ты охуел? Это что такое? Это домогающее что-то? А почему ты меня домогаешь? Чел, нахуй иди, а? О, ты диспаунился, лол. А, может как раз вот здесь джетпак нам пригодится? Ну вот, кстати, да, нашли место, где же факнул. Ай, ну больно же, блядь. Блядь. Бля, ну, заяц, ну твою мать. Ну твою мать, чел! Господи, боже ты мой! Какой кошмар управления в этой игре иногда, блядь. Просто ебану. Охуенно игры делаем. Охуенно игры делаем, блядь. Заебись. И как мне это проходить, блядь? Пиздец. Я не понял, а почему зеленый отдельно от... Не важно, короче. Так, нам налево, наверное, надо, да? Какой-то мудила был в клетке. Его, видимо, надо выпустить. Чел, кто ты такой, блядь? Зачем мы его освобождаем?
хуйня вообще. Ну ладно. Так, не ходим туда. Ну, если будет, бери другим персонажем. Ну, у меня не было других персонажей, у меня только два было. Видишь, у меня только два. Так, пича. Блять, охуел? Чел, ты... Подожди, а чё у меня так мало жизни? Я сюда дошел, у меня так мало жизни, да? Или я получил где-то пизды? Понял. Ладно, сохраняемся с тем, что есть. Что это за существо, блядь? Ну не, ну бля, ну я ж перепрыгнул, ну ё-моё, ну чё, блядь, не прыгай, не прыгай. Прыгай, во. Прыгай, чмо ебаное. Я к тебе туда не пойду, иди нахуй. А. Блядь, не получается так. Умирай давай уже, заебало. Бля, ну чел! Бля, ну я ж перепрыгнул. Вообще долго жить-то будет, чел. Тебе уже пора откидываться уже давно, алё. Чё нахуй? Наконец-то. Ух. Короче, ей овладело что-то зловещее. Пришлось пизды дать. Нормально, практикуем такое. Я всегда говорил, нужно пиздить. Видите, вот игра подтверждает правильность моих слов. Вот как вот говорил, не моих даже слов, а слово Баширова, блядь. Я люблю людей, но их надо пиздить. Потому что по-другому людьми они не становятся. Вот правильные слова. Вот эти вломили пизды, и человек сразу отпустило. Пиздить надо, пиздить. Так, жизни у нас осталось не так, чтобы сильно много. Надо бы где-нибудь в аптечечку найти бы. Угу. Ожидаемо. А можно мне аптечечку? Нельзя. Подождите, а что это? Мы реально можем отсюда уйти не так просто? Стоп. А справа что-нибудь? А, вот, что-то хуйня какая-то есть сверху. А. Так. Блять, какой же ты неуклюжий. Так, ну ты, конечно, туда на джетпаке не долетишь, да? Ты же юзлс, у тебя джетпак-то, блять. Ну хотя, кстати. Может, заяц туда долетит? Так, заяц, давай. Твою мать. Глупый заяц. Так. Ладно. И чё? Чё-то я не понял. И чё? Во-первых, я не себе понял, что это такое. Во-вторых, это невозможно взять. Физически невозможно взять. Нет, нереально взять, кстати.
Я нихуя не понимаю, как я должен успевать. Но как-то я успел. Чего? О, у меня бабка появилась. Так, а у тебя что за супер обид? Чего? Бля, может она этим подбирать может? Ёлкин. И чё, и нахуя? Нахрена нам это, вот это, вот это, вот это, зачем нам? А, мы управлять этим можем. А-а-а, я понял. Yes. Не, я не знаю, как подобрать ту хуйню. Я не представляю, как ее подобрать. Ее нереально подобрать. Управляемый. Ну да, управляемый. Ну как ту монетку подобрать и как вот эту монетку подобрать, я не понимаю вообще. Вниз мы уже никак спуститься не сможем. Непонятно. Ну ладно. Когда-нибудь мы найдем аптечку. Когда-нибудь. Так. Ну давай. Твою мать, женщина. Господи, какая же ты глупая, пиздец. Молодец. Так, пингвин, ломай. Может там аптечка? Нет, аптечка, блядь. Тут тоже, казалось бы, да, что-то есть. Ну, хрен его возьмешь. Так, ну это мы вернемся и просто выйдем отсюда. Чел, ну это вот нихуя вообще нет. А, так подождите, мы уже ничего не сделаем. Бля, очень странные этапы, очень странные этапы. Нихуя непонятно. Это то же самое. Чё за мудак это дизайнил? Чё за мудила это дизайнил, блядь? Кукаличка. Бля, это очень странное дерьмо. Привет, Варк. Это очень странное дерьмо. Очень странная игра. Очень странная, блядь. Вы чё, издеваетесь, что ли, надо мной, блядь? Так, короче, как вот чел наш. У нас жизни нет, блядь. Нам её пизды дать надо, а у нас жизни нет, блядь. А нам не дают. Ладно, будем убивать без получения. Так, ну он до конца вроде не доходит. Твою мать. Блин, ты охуел? Так, ты... Чел, чел. Ты не попадаешь по мне, бля, лол. Так, если он больше ничего не делает, то мы пройдем. Чел! Молодец. Все, иди нахер. Нет, нихуя там тоже. Бля, можем я птичку уже? Камон.
Так, пауэр надо взять этой дурындой. Я не знаю, может пацаном лучше взять. Чего пацана суперудар-то делать, я так и не понимаю. Ну сидит он, блядь, ну и чё? И чё это нахуй такое? То есть у бабы, типа, чем больше заряд, тем дольше будет шарик, видимо, летать, да? Ну да. А у пацана я вообще не понимаю, в чё прикол. Бля, охуенно. Давайте выпрыгивать отсюда, короче, зайцем. Так, значит, сначала у нас идет ступенька. Заебись. Ага. О! Ухилились. Твою мать. Так. Блям. А. Так, пе. Ну давай уже тебе, ладно. Блин, а я... Нормально. Блять, сейчас не сможет авто запрыгнуть, ладно, нормально сейчас будет. Так, охуенно. Да зачем нам вниз, если нам надо вверх, правильно? Так, ладно, заяц берем. Что дальше? Блять, надо было вниз. Блин, а можно отмотать время? Наверное, нет. Чувак, успей, пожалуйста. Бля, успели, заебись. Время сэкономили. О, блять. Ёбушки, воробушки. Делаем все возможное, все от нас зависящее, блядь. Чтобы заяц жил. Заяц, живи. Блядь, спокойно. Ох, господи, кошмар какой. Чё нахуй? А, мы можем все еще ломать. Я что-то затупил. Не, ну это ебучий Вьетнам просто. Не играет ебучий Вьетнам. Чел! Ну почему ты такой чел? Да, в детстве можно было соболезновать людям, у которых была эта игра, конечно. Это полный пиздец вообще, конечно. Просто жесть. Какая ебучая жесть. А, нельзя сломать! Сука, эти уже нельзя ломать. Вот у нас Need for Speed сегодня был, вот он. Еще в чате. Ты, наверное, психом стал, чувак. Ты психдиспансер-то хоть записался? Тем, кому в детстве попадала эта игра, тех нужно в психдиспансер отправлять. Это пиздец. Потенциальные маньяки. Очень жесткая игра. Хорошая, интересная, но очень жесткая. Не, она не легкая, нет. Тут очень много таких моментов, где надо идеально тайминг и пиксель джампинг. Поэтому нет, игра не легкая. Так, ну что? Сейчас утконосу будем давать пизды.
И чё? А, ну, похуй, ладно. Паттерн найден. Ну, хуйня, короче. Реально, или нет, она не легкая. Ну, я играю в нее. Что здесь, поверь, когда я, блядь, не играю, чел. Ладно, если бы я в нее не играл, и ты меня мог убедить. Я же вижу, что она пиздец сложная, что тут очень много пиксель-джампингов и идеального тайминга. И шипы мгновенно убьют. То есть тот же момент с кубиками, например, достаточно сложно. Да я хочу пройти без смертей. И в этом фишка. Если я играю с эвами, то хотя бы без смертей. То есть, поверь мне, блядь, она не сложная. Как человеку прийти, который там проходит, блядь, Dark Souls. Поверь мне, он не сложный. Я вот, типа, проходил, блядь, за полтора часа без смертей. Ну, типа, блядь, ну, это тупо очень, конечно. Говорит человеку, который сейчас играет в игру и видит, что она сложная, говорит, что она не сложная. Не, на слово стыдно. Да, да, да. Я не скажу, что она ультра пиздец сложная, как там какой-нибудь Айвон и Биебош или Жабки. Жабки, конечно, сложнее, да. Но это сложная игра. Это, ну, сложная игра, конечно. Ты просто звонишь? Не, неважно, все равно я вижу, что сложная игра. Не верно. Какой-нибудь черный плащ, например, вот она, да, средненькая по сложности. Типа Дэл вообще второй легкий. Там какой-нибудь... Там Rocking Cats достаточно легкая игра. Вот это легкие игры. У вас просто понятие легкое-сложное, оно сдвинуто. У вас очень многих людей сейчас неверное представление о жанрах и неверное представление о сложностях. Вы не понимаете, что такое сложная игра, что такое легкая игра. Для вас все, что вы можете пройти, это типа легкая игра. Но это неправильно, это не субъективно, это слишком глупое представление. Нужно объективно смотреть на вещи. Есть легкие игры, есть нормальные игры. Черный плащ — нормальная по сложности игра. Там какой-нибудь... Wacky Race — легкая игра. Это сложная игра. Потому что она гораздо труднее, чем средненькие игры. Просто вы очень... Поколение сейчас очень такое странное у нас выросло, которое не умеет в объективность вообще никак. Типа Dark Souls не сложный. Типа сложный. Dark Souls сложный. Он значительно сложнее, чем среднестатистическая современная игра. Значительно сложнее, а значит, он сложный. Если он кому-то дает нормально прохождение, дается, но это не значит, что она легкая. Заебись. Ты междушнил, да, вот ты имеешь свое мнение, и я люблю объективность все-таки. Просто вы не умеете грамотно оценивать. Это очень большая глупость. Не, я не смогу это пройти. Я не смогу пройти это место. Да, все, я не смогу пройти это место. Он бесконечно спавнится и будет ебать мне мозги. Это невозможно пройти, надо загружаться. Слишком сложное место. Из-за спауна. Ну можно так не делать, чел. Ну, чел, пожалуйста, я прошу. Чувак, я прошу тебя, не делай так, пожалуйста. Он все равно на меня приземлится, да? Заебись, он все равно на тебя приземляется, классно. Блять, как же у них много жизни, господи, боже мой.
Ты бы для начала попробовал без читов поиграть, чтобы играть сложно. Ну какая разница, с читами я играю или без читов, если я вижу сложность игры. То, что мне она легко дается за счет читов, не делает ее легкой. И наоборот. Я вижу, как сделаны этапы. Я вижу, как сделаны мобы. Я вижу, как сделаны тайминги. То есть, как бы... Бля, чел, почему ты такой глупый? Ну, серьезно. Я говорю о сложности игры. Не о моем восприятии о ней, а об объективной сложности игры, что эта игра сложнее среднестатистической игры на денде. Я много играл на денде и сеге игр. Ну ты хуйню говоришь, понимаешь? Ты говоришь, ты играешь на отъебись без концентрации. Какая разница, как я играю, если я игру оцениваю, сложность игры? То есть вот, блядь, как вы вот не понимаете элементарных вещей? Я говорю не о своем восприятии игры. Я говорю о сложности игры в целом. Она сложнее среднестатистической игры на денде. Тупо сложней. И поэтому говорить, что она легкая, это неправильно. Как вы этого не понимаете? Или прикал? Может быть, конечно, вы сбрасываете. Может быть, вы меня пытаетесь развести на срач. Я не буду разводить срач. Я не занимаюсь хуливарами. Просто объясняю, что игра сложнее среднестатистической. Да, это пиздец, жесткий враг, очень жесткий враг. Это надо как-то спидранить. Слишком жесткий враг. Слишком жесткий. Так, а может быть, если мы мигаем после получения урона, мы можем... А ты не отстанешь, да, от меня? То есть ты будешь за мной ходить вот так вот? А, ну тут уже началось, да. Ну, дурачок, да. Ну, там видно по манере общения, что человек себя выше других ставит, что ЧСВ у человека зашкаливает. Типа, поверь мне, она несложная, вот это все. Ну, это видно, что ЧСВ у человека очень высокое. И как бы он начинает сразу на личности переходить. Ну, на оскорбление так. Нормально. Это нормально, Денчик, это нормально. Не принимай близко к сердцу. Таких сейчас на Твиче очень много, к сожалению. Да, его надо просто игнорить, короче. Надо просто игнорить и рашить. Он не даст, да, он нам. Ну да, он не даст нам. Нихуя себе. Лол. Вот это прикольно. Таких много людей, которые не умеют объективно оценивать вещи. И я очень много встречал комментов, что типа, вот игра несложная, типа, блядь, я ее легко прохожу за час. То, что игра тебе далась легко, это одно. Но объективно игре сложность, все-таки важно понимать, что такое среднестатистическая сложность, да? И вот там среднестатистическая сложность. Это, например, Resident Evil 3 или Resident Evil 2. Ну вот они проходятся достаточно легко. В принципе, ну средненько тогда. Не сказать, что сама себе игра проходит, но и потеть особо не надо, ты ее в принципе пройдешь. Вот, и есть игры, которые объективно сложнее, где, ну, Skyrim достаточно средненькая такая игра, где, ну, очень так все поверхностно. Ее нельзя назвать, опять же, легкой, ты будешь умирать в этой игре, там, и так далее. Но, тем не менее, сложной ее не назовешь. Но и легкой ее тоже не назовешь, потому что легкая игра, это игра максимально человая, как вот Chip & Dale 2, например, которая практически сама себя проходит. Вот, и там Кот Феликс, например, ну, она действительно легче среднестатистической игры. Вот. Есть игры, которые сложнее среднестатистической. Это безусловно, безоговорочно сложнее среднестатистической игры. И о чем тут можно спорить, я, честно говоря, не знаю. Короче, ладно, хер с этой монеткой. Поэтому с сейвами я играю, без сейвов я играю. На оценку игры это никак не может повлиять. Главное, ну,
игра. Да, я ее пройду, да, я особо не буду сильно проблемы потеть, потому что играю с читами, мне она дастся легко. Но это не делает игру легкой. Так. Подождите. Что-то я не въехал сейчас в этот момент. А чё за нахуй? Лучше дропа поверь мне? Да не, нормально. Еще поиграем, мне норм. Игра хорошая, интересная. Только единственное, я не понимаю, что мне сейчас делать надо. Ну, как-то так будем, видимо, проходить. А, или на похуй просто. Но здесь мы, наверное, жизнь отдадим. Потому что... А, она все равно начало. А я не понимаю, как это проходить. Бля, я не понимаю, подождите, а как это проходить? Это же невозможно пройти. Так, ну давайте, ладно, попробуем перелететь. Бля, но я не... Подождите, это же можно пройти без получения урона, правильно? Но, блядь, как? Я не понимаю, как это проходить. Блять, у кого-то может какая-то обилка есть или что? Я не понимаю. Бля, загрузить что ли ютубчик, посмотреть, как это вообще... Я просто вообще не понимаю, как это проходить. Может, она что-то может сделать? Нет. Что-то я реально не понимаю. А, это можно перепрыгнуть просто в момент. А, она не дамажит основанием, она дамажит только этим самым. А, нет, подождите, сейчас что-то задамажило. Бля, я не понимаю. Я не понимаю. Но сейчас она почему-то дамажит основание. Может, если прыжок, то нормально. Нет. Бля, я не понимаю. Очень странная система, я не понял. Здесь очень пиксельные прыжки, прям жесткие пиксельные прыжки. Очень жесткие пиксельные прыжки. Ладно, сохранимся. Жесткая игра, очень жесткая игра, конечно, очень жесткая. Ну, наверное, кстати, еще если так вдуматься, да, вот ЧСВ человек еще поднимается, когда он типа говорит, что игра типа несложная, типа он типа подсказывает тем самым, что он-то ее легко прошел. Видимо, на это делается акцент. Типа игра не сложная, я же ее легко прошел, значит это типа... Блин, нихуя что делается вообще, ебаный в рот. Пипец. Чё? Так, это надо сбривать. Ну, игра очень интересная, конечно. Да, сделаем перерыв, уже полтора часа стримим без перерыва. Вот. Жалко. Я думаю, может, новый зритель хороший будет, адекватный, но, видите, сразу нахуй посылает. Жалко. Ну, что бывает такое, да.
Вот. Сейчас люди очень такие, да. Вспыльчивые очень тоже, да. Ну, я играю тоже на игры быстро багичу. Я единственное, людей не багичу, потому что я научился терпеть людей, как бы, потому что работал с админом. И это дает о себе, конечно, знать. Вот. Поэтому на игры я легко вспыхивал, но вот срач не люблю разводить, не мое это, не люблю я этой хуйней заниматься. Вот, попытаемся пройти игру, потому что она действительно очень интересная. Надеюсь, что вам интересно смотреть. Жалко, сегодня народу мало. Вот те, кто хотели ретро, вот сегодня полноценное ретро, но сегодня ведь не смогли не попасть, видимо. Вот, сейчас перерывчик, пару минут и вернусь. Так, я тут вам. Блин, ну видите, эксперты зато подходят. Может, нормальные люди подойдут. Я всегда говорил, что если приходят долбоебы, потом придут нормальные. И такое действительно иногда бывает. Так что да. Ну что, сейчас посмотрим. Надеюсь, там не сильно много осталось. Потому что хотелось бы еще как следует сегодня позадрачивать в этот самый в Геншин. Бля, ну ну тут единственное, что хорошо дает действительно очень много жизней. Вот это прям балдежно, конечно. Прям ультра балдежно. Дают прям очень много, блядь, жизней. Ты перепрыгнешь? Перепрыгнул, блядь, начал, ну, как-то вот надо, блядь, по-другому перепрыгивать. Ну что, ну он не запрыгнет слишком высоко, да? Да. Может, от мудил-то залетит? Вряд ли, конечно. Интересно, как попадать? Ну да ладно. Так, чел.
Жесть. Бля, зря я это сделал. Ну давай, ё мать, ну прыгай же, ну ты прыгай, бля, я ж тебя же нажимаю, прыгнуть, ты ёбаный карась. Чел, ты, конечно, такой чел. О, он задеспаунился, что ли? Задеспаунился, а, ну окей. Тихо. Бля, здесь вообще нельзя стоять. Ёбаный в рот. А там Мудилкин выходит, не? Мудилкин, выйди, пожалуйста. Ну тут невозможно не получить урон. Бля, тут свет выключаться будет. Заебись. Заебись. Слушайте, классно, я нихуя не вижу. Давайте лететь туда. Где-то вот здесь, да? Бля, я что-то нихуя не понимаю. А что делать-то? И чё? А, ну вон. Понятно. Ну, бля, ну давай, ну ёб твою мать! Бля, ты чё издеваешься надо мной, сука? И чё, и куда дальше? Ебись. Значит, дальше туда, потом. Ёб твою мать. Чё? Вот здесь, блять, она была. Вы рофлите, что ли, надо мной? Пиздец. Бля, он не зависит. Ну, окей. А. Причем все, пиздец. Идет по пизде все. Бля, ну чел, ну я умоляю тебя, чувак, пожалуйста, управляйся. Бля, ну чел, ну пожалуйста, ну управляйся нормально, ёб твою мать. Какой ужас, блядь, какой на... Твою мать. Чё нахуй?
Блять, наверное, можно было снять ракетные установки, да? И, наверное, их сначала надо снять, блять. А теперь по этому ебану надо стрелять. Бля, тут значительно сложнее. Почесался, блять. Есть. Another one bite to dust. Так, вот и, собственно, ядро. Ну, отлично, хорошо. Поехали дальше. Ебать мой хуй, чел. А, мы должны накапливать. А, мы не можем. Подождите, а чё? Подождите, а как? А, мы туда должны запрыгнуть, бля. Ёбушки, вот. Воробушки. Так, подождите. Боже мой, ну как же хочется пробить ебало человеку, который это сделал. Господи, какая же ты ебаная мразь, чел. Какая ты ебаная мразь. Я не знаю, как мне это проходить. А, мы остаемся стоять. Бля, подождите, в смысле? Чего? Ой, бля. Только как же проломить череп хочется, человек. Сейчас дроп будет, чуваки. Сейчас будет дроп. Это пиздец, это говно. Пиздец, какое же говно кривое, нахуй, а? Бля, тут лететь, наверное, надо. Так а дальше ты чё? Подождите. А, туда идти надо было, ёбаный в рот. Там проход. А, ну да. Ну здесь опять лететь. Пизду. А. Опять. Зря мы сюда пришли. Я все время просматриваю. Ты знаешь почему, чел? Вот знаешь почему все? Потому что ты мудак.
Просто, блядь, пойми, что ты мудак ебаный, блядь. Ты мудак, блядь. Ты не знаешь, ты мудак. Я не знаю, как это проходить. Зря я это, кстати, сделал. Все, даже можно отмотать, еще можно. Сука, какой же он ублюдок. Какой же этот заяц-подонок, блядь. Какая ебаная мразь. Какой этот заяц-подонок, блядь. Реально просто подонок. Чел. Чел, я тебя умоляю. Сука, как же череп хочется разбить человеку, который это делал. Ну какая же ебаная мразь. Какой же ублюдок ебаный. Сука, какая же мразь ебаная. Какая же скотина, сука. Чтоб тебе череп пробили, ублюдок ебаный. Охуенно. Охуенно. Я искренне надеюсь, что череп разобьет человеку, который это сделал. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Все, я не понимаю, что мне нужно сделать. Я не понимаю, что мне... Я не смогу это сделать. Я не понимаю, что от меня хочет эта игра. Это непроходимо. А, уткой по этому лазить, блядь. Помнил. Искренне надеюсь, что череп проломит человеку, который это сделал. Жесть. А тут меня сейчас расхерачит, да? Подожди, она не расхерачивает. Чё нахуй? А, она просто туда нас. Да. Бля, игра не сложная, не сложная, вообще ни разу нахуй не сложная, блядь, да, вообще пиздец не сложная. Ебучий просто хардкор, блядь, просто ебануться какой хардкор, не сложная игра вообще. Чтобы вам череп проломили, ублюдки. Я не знаю, как проходить. Только чтобы вам череп разбили, твари ебаные. Может, просто допрыгнет? Нет. Я не знаю, как проходить. Я искренне надеюсь, что череп разобьет человеку, который это сделал. Я не знаю, как проходить. Сука, чтоб ты сдох, ублюдок. Какая же ебаная мразь это делала, а? Какая же ебаная мразь это делала? Сука, какой же подонок. Ладно, будем пытаться через дамаг. Что? А, это все, что ты можешь? Пиздец. Просто жесть, какой пиздец, какой пиздец. Вот еще какие-то теперь позитивные. Это жесть какая-то, просто реально. Подожди, они все вверх? А. Подождите, а как? Шесть.
Ссылка просто ебануться. Какой ужас, блядь, какой хардкор. Чел. Не, это невозможно не получить урон. Здесь невозможно. Это невозможно было не получить урон, к сожалению. Тут по жизни. Ебаннейший просто... А, это что такое? А, это типа за утку надо, да? Утки поем дальше. Чё на? Нормально. Падай в пропасть. Вот это я так и не понимаю, как взять. Заяц туда не допрыгнет. Есть, есть некоторые вещи. А, не заяц допрыгнет. Которые невозможно понять, как взять. Бля, нихуя он нам демеджа нанес. Ты чё, охуел? Ты чё, Петуч, вообще охуел? Чел, прыгай под... Прыгай, пожалуйста, нормально, блядь. Бля. Давай, мудила, я знаю, что ты сейчас разобьешься, ну. О-оу. Нет. Блять, что делать тогда? Лавгейм, здорово. Это заяц. Так. Сука, ну как-то же это можно сделать? Ну, пожалуйста, игра, ну скажи, что это можно сделать, блядь. Можно, слава богу. Так, жизнь нам не сильно нужна, но мы ради прикола возьмем. Сука, ты охуел. Всем привет, кто подходит, да, не сняйте, прийти в чатик. Пауэр у нас не собран только у этого. А вот вылетать метель отсюда у меня не ебу как. Сука! Ебаная сука, а? Ого. Подождите, а как? Ну, я не знаю, лететь. А, нет, нормально. Так, пауэр нам не так, чтобы сильно нужно было. Ну, давайте докачаем всех. Блять, что я сделал? Давайте докачаем всех. Тут пара секунд на то, чтобы, блять. А, просто на обратно нужно.
А, утка. Эх, жёстенько, жёстенько, конечно, жёстенько, пиздец. Ага. Ну, я думаю, там всё-таки можно как-то, наверное, встать, но мы, наверное, попробуем наебать физику. Нам не уперлось. А. Допрыгнешь? Чё? Так. Бля, я не понимаю. Я не смогу это пройти. Я не смогу это пройти. Можешь его на стенку прилепить. Бля. Как я... Вот здесь мне нужно быть. А, подожди, а куда мне нужно туда попасть? А, мне надо попасть вниз. Пожалуйста, ну я умоляю тебя, чел. Чел, ты должен это сделать, блять! Твою мать, ты что, издеваешься надо мной? Он не может лазить по этим трубам, все, я понял. Ублюдки, узкоглазые твари, говна, подонки, ничтожество сделали, что он не может лазить. Сука, что вам череп пробили, ублюдки ебаные. Мы здесь должны выйти направо, но мы не можем туда никак попасть. Нет? Да, да, все-таки да. Чё нахуй? Только я очень близок к дропу. Чуваки, я прям очень сильно близок к дропу. Батарейка сейчас закончится, геймпад. Я прошу тебя, пожалуйста. Я прошу тебя, запрыгни туда. Я прошу, я умоляю тебя. Я прошу, запрыгни туда, пожалуйста. Нет, он не может. Это не то, куда нам нужно сюда. Сука, я надеюсь, что череп разобьют людям, которые это сделали. Я надеюсь, что их отмудохают до полусмерти, разобьют им череп. Ёбаные твари говна. Сука, я надеюсь, вам череп проломят, ублюдки, которые это сделали, блять. Конченые мрази, блять. Просто конченые нахуй мрази. Сделали конченые ублюдки. Ебаные подонки, просто уничтожество нахуй. Это просто какой-то пиздец. Это ад, блять. Это просто ебаный ад. Сука, ёбаные твари, узкоглазые подонки, блять, кто ж так нахуй дизайнил-то, а? Ёбаные ублюдки, нахуй, сука, просто твари говна, тупорылые, блять.
Жесть, какой ёбаный пиздец творится в этой игре. Это ж просто жесть. Какая ебаная крифь нахуй, а? Вот здесь надо перепрыгнуть каким-то образом. Но это невозможно. Мы должны как-то с вами получиться наверху, но я не знаю как. Вот здесь как нам сделать, чтобы мы были там? Я не понимаю, а можно череп сломать человеку, который это сделал? Я не понимаю, мне нужно остаться здесь. А! Я понял. Пиздец. Какой ебучий ад. Какой ебучий ад. Привет, Малис. Что происходит? Я хуеваю от этой игры уже. Просто заебала меня уже эта игра. Бля, я нихуя вообще не понимаю. Сука, оно крутится, блядь, куда-то вращается. Где, блядь, я должен стоять? Нихуя вообще непонятно. Вот здесь мы должны стоять сверху. Значит, вот так. Нет, подождите. Ее же поворачивать. Так, стоп, секунду. Если мы стоим здесь. Вот здесь. Блядь, игра. Вот, спасибо. Сука, как же я хочу череп разбить человеку, который это делал. Пиздец, какой ебаный ад. Просто ебаный ад. А, мы должны туда долететь, да, обязательно. Чел, откуда ты нахуй взялся? Уйди нахуй! Сука, и... блядь, и без вас тошно. Ёбаные твари, блядь, разработчики. А сука, ну какой пиздец в этой игре творится, ёбаный карась. Какой-то новодел? Нет, это старая добрая дэндевская игра, Bucky of Hair называется. Она была у многих в детстве, кстати. Просто нас пощадило, блядь. Нас не было. Бля. Бля, я ебало разбил бы человеку в кровь, который это сделал. Сука, ну какая же ебаная мразь. Блядь, перекрестный, блядь, огонь. Просто перекрестный огонь. Тебя постоянно пиздят, блядь. Это какой-то кошмар, блядь. Просто какой-то. Это ад. Это просто ебаный ад какой-то, блядь. Просто ебаный ад. Чел, я убил тебя! Ты понимаешь, что я убил тебя? Ёбаные узкоглазые твари говна вонючие, тупорылые ублюдки. Сука, мрази, ёбаные, блядь. Так, надо, короче, зайца брать. Сука, ну какие же подонки, а? Пиздец какой-то, просто как... Блядь, ты издеваешься, что ли, надо мной, нахуй, а? Нет, это пиздец. А, мы не можем. Игры со временем? Нет, задолго... Это я перематываю. Давай, Денчик, спасибо, что пришел. Это я эмулятором перематываю назад. Я бы без перемотки в жизни бы это не прошел. Пиздец.
Если что, Денчик, приходи на Геншин. Да. Попозже будет. Пиздец. Нормально. Не, ну какую-то хуйню мы разбили. Дальше еще разбивать нужно. А дальше ты что сделать-то я должен? Я не понимаю. А я не понимаю, а дальше-то... Не, ну хорошо, вот мы сломали эту хуйню. И дальше. А мы ее же должны дальше дамажить. Это пиздец. Я не понимаю, сука, что нахуй вообще. Дайте ворону перемяс. И чё дальше? А, теперь вверх. И что дальше? А теперь что? Я не понимаю, что теперь дальше делать. А дальше-то что делать? Ломать эту хуйню. Ясно. Ладно, берем тогда зайца. Берем зайца. Ставим вплотную. Блять, чудом нахуй. Это Меднафин, да? Это Меднафин. Только он умеет, по-моему, перематывать. Ну, я не знаю, может, еще другие умеют. Сука, какой ебаный ад. Просто ебаный ад. Так, а здесь у каждого свое? Ага. Понятно. Ебать мой хуй, вот что делается. Так, ладно. Давайте уткина возьмем.
Ну ладно. Тихо. Как? Блять. Не, подожди, нельзя получать урон. А как? Блять. Ну. Ну. Блять, я не понимаю. Ну что, блять. Да пиздец, да это не. Да это нереально, нахуй. Он на таких скоростях хуярит. Это просто жесть. Вы че рофлите, что ли, блять? Это пиздец какой. О! А! Подождите, это надо лететь туда прям. И потом сюда. Бля, ну пожалуйста, ну. Господи, какой ужас, блять, а. Не, ну это жесть. Это просто жесть. Это слишком сложно. Это уже титанический хард какой-то начался просто. Бля, ну вот как это пройти? Ну как это, блядь? Ну как это, блядь, пройти? Ну это невозможно! Он только нас умеет, или остальные ядра тоже. Нес умеет. Он все умеет перематывать. Там нет ядер, там один эмулятор на все случаи жизни. У него нет ядер. Он и это самое. У него один эмулятор как бы со всеми функциями. Блять, я ебало разбил бы человеку, который это сделал. О, сука. Какой же ебаный ад вообще творится, блять. Просто кошмар. Это было жиндец. Чё нахуй? Нормально. Жесть. Я вообще бесконечная, ёбаный карась. Она когда-нибудь закончится, нахуй, нет? Зайца надо брать. Блять, зайца надо брать. Сука, зачем я поменял линию вообще? Ехал себе, блять, ровно и ехал. Есть, блять! Заебись. Подождите, а... Так, стоп, а... Может, лазером его можно или что? Не понял. Может, этим говном? Нет. Что стоит делать? Я не хуй не понимаю, что делать-то, блядь. Оно не получает. Урон вообще никем. Ебашь ноги? Ты где-то видишь здесь ноги? А, вот это все-таки урон получает, да? Я что-то стрелял, думал, блядь, загорает, не загорает, блядь, да что за ёб твою мать, господи, что делается, блядь, кошмар, какой-то ебучий, а, блядь, ну чел, ну я чуть-чуть, блядь, чё ты охуел, что совсем, алё, бордеть, о, так, ты охуел дважды ещё, блядь. Пиздец, и нам сегодня чел еще тут пытался доказать, что игра несложная, блядь. Прикинь, зашел такой, блядь, игра несложная, блядь. Я просто охуеваю с людей, конечно.
Несложная, блядь, да. Вообще ни разу нахуй не сложная, блядь. Ну мы вот заковыряем. Главное, чтобы мы потом жизнь дали после этого. Ну если что, загрузимся. Я просто надеюсь, что мы его просто окубьем, нам жизнь дадут. Тут невозможно вообще. Нет, это... Это пиздец. Мягко говоря, это пиздец. Это практически непроходимо. Он рандомно стреляет. И невозможно вообще предположить, что что, куда он будет делать. Когда мимо него пролетаешь, это пиздец. Надо переключать героя. Нет. Ну, может, вот этого. Ну, кстати, вот этот, наверное, да, вариант хороший. Брат, не знаю, кто из них сильнее дамажит. Можно зайца взять. Сука, завязывай, а. Сука, завязывай, я тебе сказал! Тварь, блядь! Какой же он ублюдок. Ну какая тварь это дизайнила? Ну какая мразь, блядь! Ну какая ебаная мразь узкоглазая это дизайнила, а? Ну какой же подонок, блядь, какой же подонок. Ёбаный ублюдок, нахуй, ёбаный узкоглазый петух, блядь. Сука, ебаная тварь, нахуй, а? Сука, ну какая же мразь это делала, блядь. Пиздец, ну какая ебаная мразь, тварина, блядь. Сука, да ты перестанешь или нет, бля? Бля, я не знаю, чуваки, что делать. Дропать, что ли? Я не могу это пройти. Я искренне надеюсь, что череп проломит человеку, который это сделал. Это просто пиздец. Я не знаю, как это проходить. Это какая-то ебаная жесть была. Сейчас просто ебаная жесть. Ну, нам дали жизнь. Дали еще какую-то хуйню. Ну, ну все, блядь. Ух, пиздец, какой же ебаный ад. Просто ебаный ад. Так, босс, кажись. Бля, дайте немножко перекурю, я не могу больше, у меня глаза уже охуевают. Да, там, наверное, в таких играх растут, поэтому без проблем их проходят. Наверное, так. Блять, жесть. Просто нахуй жесть. Какая сложная игра, блять. Пиздец. Просто пиздец. И там, кстати, откуда его? Доктор, наверное, Майлз. Майлз. Здрасте, Майлз. Если тебе понравился стрим, фоловься. Если ты долбоеб, лучше сразу уходи, потому что долбоебов мы баним. У нас сегодня один долбоеб уже был. Нахуй всех нас послал и ушел. В бан. Вот, так что... Тут смотри, если ты человек нормальный, подписывайся, приходи, смотри, мы рады всегда новым зрителям адекватным. У нас народу сегодня что-то, кстати, мало. Не знаю, как это объяснить, что сегодня так мало народу. Но ничего страшного. Так, 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 лучше демош не получать. О! О! А, он меня давит. Подожди, хоп. Вот, нельзя трогать? Подожди, а как это нельзя трогать? Может взять тогда вот это чё? Бля, можно прекратить, пожалуйста? Ребята, пожалуйста, прекратите, блять, этот демедж. Это какой-то ебаный... Не, я реально как бы едно попал. Для кого делали нахуй эти игры? Для кого нахуй делали эти игры, блять?
Спасибо за фоллоу. Блять, пожалуйста, перестаньте по мне вести шквальный огонь. Ну, пожалуйста, прекратите, пожалуйста, блять. Пожалуйста, прекратите вести по мне шквальный огонь. Ну, пожалуйста. Какой же ебаный кошмар, а? Бля, я не могу, я не смогу это пройти. 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 Я не смогу это пройти, это дроп будет. Я не смогу это пройти. Это слишком сложно, это слишком сложно. Слишком сложно. Даже с сейвами я не смогу это пройти. Это слишком сложно. Где я умудрился демош уже получить? Чё ты мне, блядь, рассказываешь, игра? Не получил демош. Ну, пожалуйста, ну перестаньте меня дамажить шквальным огнем. Ну, пожалуйста, ну перестаньте шквальным огнем. Ну, пожалуйста, я Иисусом Христом вас заклинаю. Перестаньте шквальным огнем меня захуячивать. Перестаньте, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну прекратите, блядь. Пожалуйста, прекратите. Это ужас какой-то, блядь. Просто какой-то кошмар. Я не смогу это пройти. Я не смогу это пройти, чуваки. Это непроходимо. Я не смогу это пройти. Я не смогу это пройти. Шквальный огонь. Со всех сторон просто. Сука, я искренне надеюсь, что черепа проломят ублюдкам, которые делали эту игру. Искренне надеюсь, что им проломят черепа. Тебе тупо некуда деваться. Так, мы сломали шквальный огонь. Храняемся. Блять, она больше не ведут шквальный огонь. Ёбаный в рот. Пиздец, сломали. Ёбаный карась. Пожалуйста, прекратите. Не, я не могу. Я не смогу это пройти. Это просто пиздец. Это какой-то пиздец. Сказал. О, тоже сказал, ничего себе. Я могу всех поставить, если не относить, но как бы друг другу начал руку жмут, а как разговаривать. Ну, это да. Но у нас очень приятная комьюнити, у нас не задерживается грубияна. То есть я очень сильно горю от игр всегда и все такое, но при этом никогда не... не хамлю сам и не позволяю хамить зрителям друг другу. Будем хуярить так, короче. Куда стрелять теперь? Подождите. Подождите, а чё у меня так же... А почему так жизни-то мало осталось? Я же не получал урон! Ёбаный в рот!
Блять, я же не получал урон. Ну я не получал урон. Я не знаю, что делать. То есть только по кругу вот так летать, пока не сломаем хуйню. Ну, ломаем турбину, блядь, видимо. Ну ладно, сохраняемся, все по кругу идет. Ломаем тут. У нас снизу вода быть. Блять, это будет долго, пиздец. Ну что поделаешь? С другой стороны, что поделаешь? Ничего не поделаешь. Игры делаем нахуй, да? Узкоглазый подонок решил, что баланс не нужен. И сделал этой хуйне жизни в миллиард раз больше, чем всему остальному. Молодец. У нас есть уже Застана, кстати, прикольно. Рэмбо придет, порадуется. Правда, он уже с Казахстана уехал. Но это не важно. Интересно, это конец или нет? Просто если это не конец, то мы его выключаем, да? Если это не финальный босс. Ну, то есть вот здесь сейчас будет еще что-то, ладно. Это мы убьем. Хотя можем ставить лонгплей и не париться. Не попал по мне. Ясно. Он не попадает по мне. Пиздец. Это пиздец. Невозможно не получить урон. Это нахуй непроходимо, блять. Да, это непроходимо. Я пойду посмотрю, если это еще не финальный этап, то я дропаю эту игру. Я не буду ее проходить. Слишком долго и сложно. Это слишком сложная игра, она мне уже надоела. Она слишком сложная и слишком долгая. Слишком плохая игра. Слишком долго и сложно. Потом еще будет босс Rush, что ли? Блять, там потом, чуваки, еще, по-моему, босс Rush. Или я не понял. Это здесь очень странно.
Бля, это еще не все, реально там потом. А, не став крю. А, не, все, это финальный. Там потом уже просто ролики из игры. А, это уже титры. Нет, это финальный босс, все. Ну, давайте затерпим. Давайте затерпим. Попытаемся. Не попадает он по мне, не попадает. Бля, ну как классно, вот он не попадает, а дамаж засчитывает. Ну, ну здорово, блядь, ну класс. Бля, можно, пожалуйста, не получать урон, не получаю. Бля, ну я не понимаю. Я не смогу, это невозможно пройти будет, мне кажется. Ну это невозможно пройти, да. Это непроходимый босс. Это непроходимо. Да, это непроходимо. Я не знаю, чел, я не я делал эту игру. Поэтому я не могу сказать, почему там то ли все. Или что там делать. Вот как я сейчас получил урон. Я не получил урон, я не попал. Он не попал по мне. Я не могу, ребят. Это пиздец. Он не попадает по мне. Он не попадает по мне. Он не попадает. Не, я это не пройду. Надо смотреть на Ютубе, как это проходить, обузить. Привет, Evil Lamp. Нет, я не играю Elden Ring, потому что не хочу. Я не смогу это пройти. Это непроходимый босс. Просто, блядь, непроходимый босс. Я бы череп проломил человеку, который этого босса делал. Его невозможно убить. Он просто непроходим. Абсолютно непроходимый босс. За пацана он его убивает. Значит, а, потом на Бакю Хэри переключается. А, нет, Бакю Хэром он его убивает. Ну да. Это невозможно пройти, да. Я не смогу так играть, как он. Это нереально. Да, я не смогу играть так, как он играет. Это не... Ну, я попробую, но... Чуть-чуть посидим, но я не думаю, что я смогу это пройти. К сожалению, это непроходимо. Он не попал по мне. Вот здесь как мне интересно быть. Не попал. Причем мне интересно, вот я вот вот так, да? Угу. Не попал. Не, чуваки, я не знаю, я ебал, я искренне надеюсь, что человек, который это сделал, подох. Уже подох. Бля, это слишком сложная игра. Слишком сложная, блядь, игра. Серьезно, она просто нереально сложная. Это слишком, слишком, слишком сложная игра. Это слишком сложная игра. Слишком сложная. Это пиздец. Это какой-то ебаный ад. Я даже с сейвами, блять, это пройти не могу. Это какой-то ебаный ад, нахуй. Просто Вьетнам. Я не могу это пройти. Это непроходимо, блять. Бля, и это просто, это пиздец. Я искренне надеюсь, что череп проломит ублюдка, который это делал. Это пиздец. Это пиздец. Это слишком сложно. Это слишком сложно. Слишком сложно. Я не попал по ней сейчас. Она по мне не попал, точнее. Бля. Каким-то нахуй чудом на последнем хп.
Просто каким-то ебаным чудом, блядь. Ух, жесть. Блядь, жесть, нахуй. Просто жесть. Все, блядь, попройдено. Ебаный в рот. Я, по-моему, в нее уже играл, но тогда, по-моему, не прошел. Я дропнул ее, по-моему, в прошлый раз. Потому что этого я не убивал босс. Вот. И, блядь, попройден ебучий Бакио Хэр. Блядь, как же тяжело, сука. 2.5 часа с сейвами, блядь. Ебануться, как тяжело было. Просто пиздец, какая жесткая игра, блять, какая жесткая игра. Ох, ебать мой хуй просто, а. Так, сейчас перерыв, короче. Я оставлю вам, ладно. Смотрите, титры. Вот. А. Я сейчас приду, ребят, через 5 минут. И потом будет у нас этот самый, блять, как его, господи, Genshin Impact, да. Всем спасибо, кто смотрел записи, приходите еще. До новых встреч, до будущих побед, друзья. Кто уходит, ну, кто в записи смотрел, а сейчас будет Genshin Impact.